Привет, друзья! Вот и пришло лето в Санкт-Петербург. Настоящее, жаркое, плюс 26. И сегодня я хочу показать вам, как отдыхают жители и туристы северной столицы. Провести выходные можно на акватории Невы, на шумных и многолюдных улицах и в многочисленных парках и скверах города. А это бонус от правительства города. Фрегат с алыми парусами стоит на Неве у Петропавловской крепости. Это сделано впервые. Раньше корабль с алыми парусами можно было увидеть только ночь выпускников. Все, кто хочет увидеть это своими глазами, поспешите. Будет корабль стоять на Неве только до 25 июня. Товарища Ленина я приняла за восковую фигуру, а он живой. Thank you.
И, конечно, открыт сезон загородного отдыха. Хорошо летом в Питере. Приезжайте к нам в гости.